Так, народ, привет. Я специально не рассказывал информацию из Херсона, не давал, которая сегодняшняя дневная. Хотел ее проверить. Дело в том, что еще часов 5 вечера сегодня, в 6, так, мне сказали, что наши там помножили на 0 оккупантов, которые заняли аэродром в Чернобаевке, аэропорт, точнее, Херсонский аэропорт Чернобаевка. Вот, и, но поскольку это было не подтверждено звонком в Херсон, я эту информацию не выдавал. Итак, только что позвонили в Херсон, и люди, которые проживают на Шуминском, ну, кто там в материале, кто знает, где Шуминский, где Чернобаевка, те понимают, что Шуминский Чернобаевку слышит сразу за окном. Так вот, люди с Шуминского, живущие там, в панельке, высоко, на 9 этаже, подтвердили, что сегодня с 10 утра до 5 часов вечера от Чернобаевского аэропорта во второй раз не осталось ничего. Надо сказать, что там Русня первый раз завезла кучу вертолетов. И второй раз завезла опять. Ну, дураки, они же награбли. То есть они вот люди, которые не учатся вообще ничему. Они второй раз опять завезли кучу вертолетов и кучу грузовиков КамАЗ. Я не знаю, чем они там были. Но на Шуминском грохотало капитально. Так вот, говорят о 10 вертолетах, 20 КамАЗах груженных, неведомо чем, и куче личного состава. Все это пошло, как говорится, да, за 200 это все дело. И это уже абсолютно точная информация, подтверждено и поставлена печать. Оккупантам насыпают даже в Херсоне, который, казалось бы, оккупирован. А хрен там, слава Украине!